в августе месяце начала дочка выгонять меня из дома, выселять. То есть переписала, значит, этот дом, который был наш общим домом, который мы хотели продать и поделить между детьми, мной. Она не оповестит нас, пишет, переписывает на сына Мирлана Талантулу дарственную, а он выселяет нас из дома сейчас. Вот 6 октября будет суд по выселению. На старости лет мне грозит угроза оставаться на улице. Я сейчас онкобольная, перенесла инсульт, операцию на желудке. Сейчас у меня очень тяжелое положение и материальном, и таком физическом. Сейчас я живу только на лекарствах.